Всем большой привет! Сегодня вместе с вами приехали на выставку. Называется она «Весенний сад». Пройдет с 6 по 9 апреля в парке имени Вити Черевичкина. Продают разные почвопокровные, каменную розу, много разных цветов. Пиона, иберис, ясколка. Здесь идет ряд с разными домашними и садовыми цветами. Нарциссики по 200 рублей. Маленькие комнатные цветы по 100 по 150 рублей. 150 рублей кактус. Люди покупают комнатные растения. Луковицы белого подснежника по 10, по 20 и по 30 рублей. Пеларгония, бархатца. Герань стоит 150, 200 и 250 рублей в зависимости от сорта. Разные сорта клематиса. Букетики искусственных цветов. Еще разные комнатные растения. По 300 рублей. Сколько такое? Такой по 200. Шикарный. Это эпипремнум пенатувай. Каменная роза. Еще какие-то кустарники. Еще искусственные цветы продают. Игрушки ручной работы, заколки. Опять комнатные цветы. Вот, такой красивый цветочек, посмотри. Это ж, по-моему, азалия, да? Гортензия. Разные комнатные растения. Плетеные корзиночки и шкатулки. Комнатные растения, цены варьируются от 50 до 450 рублей, в зависимости от цветка. Розмарин по 300 рублей. Красивые кактусы. Папоротники по 200 рублей. Кактусы. Такие луковицы цветов стоят 350 рублей. Шоколад, леденцы и мыло ручной работы. Такой огромный выбор растений, глаза аж разбегаются. Не знаешь, на что смотреть. Обилия голубая, гибискус, клёр, мусангенда, гвоздика, абриета, почвопокровные, суккуленты, флоксы. Бульденеш, калина, боярышник, малина, ибискус. Когда почечки появились, только ибискус красивый. Она как гвоздичка, у нее маленькая. Разные комнатные растения. Сейчас я уволю. Компостная трава. Она стоит 200 рублей. Эустома. Остинка. Также много разных луковичных, цены разные. Черешня мини, персик, пиона, розочки. Розы плетистые. Гибискус по 350 рублей. Магнолия, лаванда, клён фламинго, гибискус на штамбе, верба. Дерево вербы стоит 3500. Ёлочки, самшиты, магнолия. А, кстати, вот такая магнолия, помнишь, мы ходили когда гулять? Цвела, она так пахнет вообще. Видишь, приживается у нас такая. Кизил, туйки разные. Какие-то деревья цветущие. Самшит 1600, туи по 800 рублей. Розочки, пионы, малина.
Эти желтые бусин шить за 1100. Клубничка по 50 рублей. Хлопчатка белая. Нарциссы, сирень, яблони. Все то же самое продают, что и на предыдущей выставке. И цены такие же. Иберис, гвоздика, тимьян, спире японская, розовая, белая, гибискус макрель, разные плодовые деревья. А какие цветочки. Много разных маленьких суккулентиков. И матис уже зацвел. Молочай, бадан широколистный, луковичные. Розочки. Английские розы. Почвопокровные розочки. Цены на розы тоже варьируются от 300 до 450 рублей. Луковичные, косты. Гортензии. А гортензии почем? Гортензии 500, 300 рублей. Эти по 1800. Метельчатые 1750. Климатисы, линии. Вот ландыши, смотри, по 10 рублей. Потом лилейники по 150, по 350. Вот лилейгия розовая тоже 150 рублей. Не хочешь взять ландыши? Вот смотри, по 10 рублей. Здесь хорошие луковицы. Там же. Еще лилейники. Белая лилия лечебная стоит от 50 до 100 рублей. Лилейники по 150 рублей, пион бордовый, розовый. Гиацинты по 100 рублей, а нарциссы по 120 рублей. Много разных красивых растений и цветов я себе сдерживаю, чтобы ничего не накупить. Вероника, армелия, ромашки. Ой, какие красивые. Цимбалярия. Цимбалярия, плющ и еще хвост есть. Ой, какое красивое растение. Фиолетовые цветочки. Интересно, что это такое? Что? Ну, вот эти цветочки. А это что за цветы такое? Бугенвилия. А сколько стоит? На юге это считается лямой, это на юге. Красная бугенвилия за 1000 рублей, а вот эта фиолетовая стоит 3000. Розы, смолка, армелия, скабиоза, полынь, шалфей. От скабиоза сколько? Гвоздики. Скабиоза по 200 рублей. Сиренька, сакура, самшиты. А вот этот цветок как называется? Вечно цветущий. Вечно цветущий. Она комнатная, многолетняя. Вообще она несколько лет растет. Но люди ее любят на улице высаживать. Она очень хорошо. Девушка, сколько стоит? Бегония по 50 в стаканах и по 100 рублей в горшках. Петунья по 40 рублей. Армелия, гвоздика, ромашки. Гвоздики. Вот гипсофила. И пионы. Виола или анютиногласка. Смотри, этот цветочек какой красивый. Герань, да? Да, у меня. Ой, какая красивая вот эта малиновая. Вообще, обалдеть.
О, какая ракушка красивая. Мне очень понравилось. Много растений всяких разных красивых. Папоротники. О, кактусы. Роза по 300, по 350 рублей. О, виноград. Саженцы винограда, привитые и корни собственные. Город Новочеркасск. Покажу вам сорта поближе. Вот у меня будет или такой, или такой. Угу. Круто. Цены на новинки винограда. Цены на саженцы винограда тоже разные. 300-400 рублей и выше. Лаванда, самшита, туйки, пионы. Пионы древовидные. Разные травки, лаванда, елочки. Разные луковичные. Они объемные. Ирисы по 200 рублей, зеленки 150 рублей. Такие цветочки по 80. Гладиолус 35 рублей за одну луковицу. Посмотрите, какая красота. Герберы, герань. Да, где он беленький. И бархатцы. Там где-нибудь на пакетике. Ты. Это малина. Красивые это цветочки разные, почвопокровные. Красавица магнолия. Вот тоже бегония маленькая. Вот этот цветочек красивый. Ой, смотри, там гортензии такие. Сейчас Ира пойдет туда. А вот смотри, тоже роза каменная, только другого цвета. Нарциссы. Ух ты. Это георгина, да? Маргарита. А сколько раз? 2, 3, 4, еще 5 было. 600 рублей. Угу. По 200, все махровые. Крестовник. Крестовник? Танёш! Камелонка. Гипсофила. Какая-то необычная. Арабис. Молодила, камнеломка, чуток, травка такая пушистенькая, камнеломка, хлопчатка, спирея, пачка пушистенькая, и тоже луковичные, гладиолусы, тюльпаны, пионы, леники, эустома. Опасная трава по 350, суккуленты по 250, по 500 рублей. Кактусы-то по 250 малюсенькие. Да, это тоже кастрюля. Нравится. Ну там вот, самое, видишь, по-моему, дорогое. По 250 рублей, по 250 тоже. Разные растения. На вот эти шарики прикольные. Нет, точно, да. Но главное, что она... Палки по 150. Есть по 190. Эти тоже по 150. А сколько цветов? Пеларгония по 250 и по 300 рублей. Розовые, красные, оранжевые. Клубника почем? 100 рублей и 50 розовых. Угу. Гортензии тоже есть. Детская малина, похожа на папоротник. Видишь? Самарская. Ага. Интересно. Бегония. Ой, какой красивый, смотри. Папоротник. Розмарин, черяха, можжевельники, туйки, а он голубика. Вот такая туя восточная называется, видишь? А папоротник сколько стоит? 250. Папоротник по 250. Изделие из дерева. Ой, смотри, какой хорошенький. Компактный череп по 100 рублей. Разные цветочки, петунии. Все восстанавливается. Ой, какая красота. Любой цветок можно прыскать, даже на дальше. Малина. Сейчас поближе покажу вам. Такие вот. Ирисы по 250. Это что такое флоксы по 250?
Живика, смородина, клубничка. Клубничка по 50 и по 100 рублей, тоже в зависимости от сорта. Лилейники, гортензии, гервера, цикламена. Клубника сорт Мурана, 150 рублей. Королевский рябчик у нас тут есть, гортензия по 2000. Метельчатая гортензия ванила фрай стоит 700 рублей. Петунья красивая. Вот смотрите, вот такие расцветки. Так море цветов. Еще вот такие. Гортензии. Вот белая. Красота. Спасибо. Алия, петунья, ночная фиалка, астры. И там. Даже есть рассада помидор, антенная герань. Эта петунья вообще такая красивая, как ночное небо. Пока она когда еще стоит. И вот еще есть цветочки такие. 200 рублей разные цвета. Петунья по 200 рублей. Сколько таких горшков? Парочки, лучики. А, это по одной рассаду? Она еще будет... Петунья, гортензия. Показывайте, 200 рублей, дайте по 350. Они ампельные? Нет. Сейчас ампельных на ушах не осталось. По 500 рублей. Угу. Красная, 500, белая, розовая. По 1000 вот они. 1000. А полтора. Там в ножках. А такая гортензия стоит 3000 рублей. Очень красиво. Гортензии просто прекрасные. Обалденные. Сумочки, кошелочки. Петушка. У нее такая небольшая так, рябчики под 250. Сестролистная она будет. Очень красивая. Что тут еще есть? Ну, на магнолию. Много разных растений маленьких. Разные кустики. Вот эти очень красивые фиолетовые. Они потом меняют свой цвет. Хосты. Флокс. 100 рублей махровые, пионовидные. Только всего. Папоротники вот такие необычные. Разные растения, травки. Цветочки. Это морозники. Морозники. И сколько стоит он? Это колоты, ремарант. Костроманта. А сколько стоит? 350 рублей морозники, а 250 рублей, качай 800 рублей. Возьмите за рожь. Мед продают. Нюнькулюсы, лютики. Бугмансия. Маргаритки. Кау. Красота. Я люблю. Ешка, покупайте хаву, не пожалейте. Бесподобная вкусная хава, не проходите мимо. Фисташка, девушка, попробуйте. Ну, правда, хорошая. Фиалочки. А, шетик, да. Бери детки. Берите помочь. Разные орешки, ягоды в глазури. 220 рублей за 100 грамм. Черешня Валерий Чкалов. Свитхарт. Гигант Ред. Эйфория. Вот чудо вишни есть еще. Ромкер Вантес, молодина красная голландская, черная свеченская. Расторопшивый мед 400 рублей. Гречишный мед 600 рублей. Мед с прополисом 700 рублей. Горный алтайский мед 750 рублей. Тапочки теплые продают. Носки по 100 рублей. Тики валеночки. Инжир крымский, медовый, июльский ранний, роза на штамбе, одежда разная. Кофточки женские по 950 рублей, маечки по 1000 рублей, сорочки тоже по 1000. Вот такие разные шортики, штанишки. Сливочное масло, сыр сметанковый, козий, творог по 350 рублей, твердые сыры 1200, 920 рублей, 880. Рыба, красная. Если больше осьминоги, они в морозилке. Лосось, окунь. Нет.
Спасибо. Пахнет тоже вкусно. Один? Будете стоять? Пока не знаю. Икра чавыча 9700 стоит. Вета икра 9300. Лососевая икра 8300 стоит. Икра щуки 6200 стоит. И горбуша 7500. Грибы из Архангельской области ассорти 1 кг 500 рублей, гриб белый боровой 1 кг 800 рублей, гриб белый боровой тоже 1 кг 1000 рублей и гриб белый боровой 1100. Ягоды калины, брусники, клюквы, еще грибы. Сушеные грибы есть, это цена за 100 грамм. Разная домашняя одежда, нижнее белье. Нижнее белье Беларуси. О, вот это размер, я понимаю, конфетки. А смотрите, вон еще эти апельсины. За 250. Разные вкусняшки, халва. Абрикос шоколадный. Чулочки. Ну, пахнет так вкусно. Да, разные для матиса. Здравствуйте, это ваше? Это магнолия. 15 тысяч. Можжевельник за 3000. Разные вечно зеленые. Розы пиановидные. Красивые. Тульки, смарт-карт. Вот такие вот сумочки из льна. Мне вот это нравится. Андрюш, подожди. Одежда необычная, красивая. Разные кофточки. Много людей, не могу поближе подойти. Вот еще одежда домашняя, кофта. Одежда по 500, по 350. Наверное, халаты, наверное, всякие. Домашние туники, майки, ночнушки по 450, майки по 300 рублей. Вот такие вот ночнушки. Цены разные. Ночные сорочки по 650 рублей, по 800, по 900 рублей. Ночные сорочки по 450, по 600 рублей. Маечки 400, 450 рублей, 350. А это бриджи. Бриджи по 800 рублей. Маечки по 750, по 850, штаны по 750, спортивные. Вот эти пойдут. 800. Теплые по 2900, да, разных цветов. Маечки по 750. И там по 1500 свитерочки. Разная домашняя одежда. Бриджи, штанишки. Нижнее белье, сорочки ночные, разные домашние костюмчики, туники. Гортензия по 2000, луковичные, другие растения. Разные травки по 100, по 200 рублей. Тимьян лимонный, тимьян обыкновенный, мята мандрин, прованские травы, разные мяты, травки всякие. Винюм канадский. А, картинка это вот это, да? Да. Сортовые это. Они многолетние, тем более, они морозостойкие, на зиму не выкапываются. Эти луковицы по 300 рублей. Я не знаю, что, я уже не только... А вы не подсунулись? Ага, уже греет. Это ты семнешься, Черника садовая будет подавать сразу трехлетний саженец, стоит 600 рублей. Мои эвкалипт даже продают. На лавке стоит. Да. Розочки. Туи, елки.
голубика, вейгела, клубника, купчиха, вьющаяся клубника, тоскана, F1, Чамора Туруси и Мурано, Джоли, Виктория, ее земляника и клери. Ванила Фрайс, Гортензия Самарская Лидия, Ника Блю, Альтернатера, Лаванда, Хармелия, Анютина Глазки по 50 рублей, Маргарита тоже по 50. Все, что осталось, все перед вами. Петунья. Суккуленты по 250 маленькие, здесь по 350 цены, тоже разные. Мишенька, Мишенька, выбрали и замечательно. Туи, большой выбор разных саженцев, деревьев, лаванда, бегония, галаксиния, бугенвиллия, калерия, все по 150 рублей. Нарциссики. 100 рублей цветочки, 50. Гиацинты по 35 рублей, фиалки по 250 рублей. На этом мое видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.